И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Satisfaction, продолжаем... Satisfaction... Satisfactory, продолжаем проходить и продолжаем отстраиваться. Поднял я нашу вот эту конструкцию все немножко повыше, и ресурсы продолжают копиться. И нам сегодня нужно будет построить этот космический лифт. Так, это все забираем, барахлишко. Надо какие-то контейнеры уже строить, куда это все будет, вся готовая продукция отправляться, или не готовая, промежуточная, не знаю даже, как ее назвать, но неважно. В общем, построилась. Поэтому мы сейчас займемся чем? Мы, наверное, сразу же построим космический лифт. Я просто его посмотрел на размеры на его, и какой-то он прям вообще нереально огромный. Прям вот, ну, нереально огромный. И поэтому мы сразу же что делаем? Нам, по-моему, надо было 5 штук вот таких. Так, 2, 3, 4, 5. Чтобы еще влезли они все. По-моему, 4 штуки вот таких надо было. И 250 вот таких надо было. И 1, 2, 3. И вот таких. По-моему, все, да? Да, всего хватает. Вот это штукенция. Так, там какие-то, смотри, загрузочные отверстия есть. Ну, давай их сюда, что ли, повернем. Хотя нам особо-то разницы нет. Ну, блин, я даже не знаю. Слишком огромная. И я начал понимать, что места мне здесь катастрофически мало. С такими объемами. Ну давай сюда, что ли, поставим ее. О, барахло полетело, строится. Нифига себе. Нифига себе конструкция. Смотри, что. Хо-хо. Там откуда-то с небес. зацепилось, смотри. Нифига себе, она в космос уходит, прикинь. Вот эта штука. Вот эта штука. Если она в космос уходит, это какой она должна быть тяжести? Мне кажется. Настроить следующий. Так, здесь укрепленных железных пластин 75 надо и роторов 50. У меня 28 только укрепленных железных пластин. Ну хотя можно туда не подбегать, можно прямо здесь. Но сюда можно будет конвейеры. Смотри, транспортные ленты. Сюда можно будет подводить, да? Прикольно. Вот эта штука. Штука-дрюка. Так, ладно. С ней мы как бы разберемся. Поехали дальше. Что у нас по планам? Нам нужно. Нам нужно вот этих штук. Вот этих штук. Вот этих штук навряд ли надо. Потому что я их уже позасовывал. Давай будем отправлять сразу же. Вот так, вот так. Вот так. Комплектующие можно запускать. Отлично. Новые строения. Какие разблокировали стены у нас? И обзорная башня какая-то. Ну, не такая уж она и большая. Так-то, если разобраться. Не такая уж она и большая.
Ну так, ради прикола можно, конечно, поставить. Как-нибудь, да, ее? Где тут вход какой-нибудь, может, есть, нет? Лестница. А, вот лестница есть. Ну давай, просто так сделаем. Хоть. Типа крыша над головой. Ну, такое себе. Можно, конечно, обозревать наше владение. Но нам нужно будет в ту сторону прям конкретно расширяться. Так, ладно. С этим мы разберемся. Дальше, что у нас здесь в мастерской? Ничего нового не появилось. Это у нас вернется через 1,5 минуты. Ну, в целом, можно чем-нибудь заняться, я даже не знаю. Давай, может быть, укрепленных железных пластин пока начнем крафтить. Они из обычных пластин и болтов. А болты из трубок. Нам их надо 75. Блин, крутовато так-то. И роторы еще нужны. Роторы, которых я даже не умею делать. Биотопливо у нас, кстати, открылось. Крафтится из биомассы. Ну, нормально. Новый вид топлива, почему бы и нет. 54 укрепленных железных пластины. С роторами мы разберемся. Сейчас через 30 секунд вернется эта фиговина. Шаттл наш, который доставляет всякие штуки. Он громыхает. В атмосферу вошел, наверное. Так, пластинки закончились. Пластинки закончились. Забираем. Это тоже забираем, чтобы у нас здесь не застаивалось. Так-то надо бы контейнеры поставить, чтобы оно не тормозилось. Но контейнеры довольно громоздкие. И... А где он? Оптимизация, организация. Вот он. Вот такие контейнеры. Такие контейнеры, да? Ну, пока что довольно большие. И в нем 24 ячейки. Здесь 25 ячеек. Да. Делаем. Так, давай. Продолжаем. Укрепленные железные пластины. Нам нужно 75 штук. Ну и в запас пускай чуть-чуть будет. 75. Но для того, чтобы их сделать... Так, давай смотреть, что нам надо. Следующее запускаем. Организация. 200 пластин надо. 200 пластин. Так, 140. Давай-ка мы, наверное, слиточки отсюда заберем. Потому что они прибывают быстрее, чем их успевает перекрафчивать. И по-быстрому сами здесь... Догоним количество это. Пластины делаются из двух железных слитков. Так, есть. Что, загружаем? Здесь нам вот это, и вот это. Отлично. Пошел следующий. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity. Угу. Могут там что-то разветвляться и... Так, конвейер-лифт, конвейерный разветвитель, конвейерный соединитель. Кстати, вот это было бы, наверное, неплохо. Вот сейчас уже можно что-то изображать. Сейчас уже можно что-то изобразить будет, да? Давай мы, наверное, это дело... Вот
так сделаем. По-моему. Не уверен, но... Вот так. Отсюда заводим сюда. И вот отсюда мы... Ага, пластинок не хватает. Отсюда мы заводим... А чё ты не хочешь? Угол не позволял. Угол не позволял. Так, и вот отсюда теперь надо... Например, что-нибудь... А где у меня? Может быть, на самом деле как-то... Да почему нет? Давай. Только надо ресурсов нам. Вот этих. Уже продукция готовая пошла. А у нас ничего не готово. Давай контейнер для хранения и поставим его куда-нибудь. Ну вот сюда. Все, поехало. О, всякая разная, разнообразная продукция, смотри, пошла. Шикарно. И мы сможем теперь сюда подбегать и здесь все это дело собирать. Классно. Прям бегать долго не придется. Сразу же у нас здесь все в одной кучке будет, да? Хорошо. Так, дальше нам еще нужно что? Прям даже не знаю. Прям даже не знаю. Нам нужно будет куча пластин. Но пластин у меня, к сожалению, проблема. Давай железки заберем. Так, выпустите. Выпустите. Прям реально производственная зона. Так, отсюда 100 слитков заберем. И 100 слитков переделаем, наверное, в пластины. 50 пластинок у нас получится. 50 пластинок. Из 100 слитков 50 пластинок. Не хватает производственных мощностей. Готово. Так, смотрим, что мы еще можем делать. Стены для конвейера. Ну такое себе. Ну тоже надо выполнять так-то по-хорошему. Давай. Вот это и 100... 100 пластинок. Еще надо. Подходим сюда. И 26 пластинок у нас здесь уже готово. Классно же? Классно. Отправляем. Хорош. О, сколько всего, смотри. Это все можем потом будем строить. Ну, для начала надо будет понять. Постоянно что-то новое и новое открывается. И... Давай, разгон производства. Здесь опять же нам нужны будут эти пластины. Но здесь немного. И у нас ранг первый будет полностью закрыт. Так-то неплохо. Слитки не успевает производиться. А здесь копятся, смотри. Здесь плюс идут, да? Отсюда заберем тогда. Нам нужно много пластин. Хотя, с другой стороны, у нас вот этих вот штук, в принципе, хватает. Да? Давай мы, наверное, производство заменим на железные пластины. Да, все, пластины поехали. У нас теперь два завода работает на производство пластин. Хорошо.
Так, что здесь осталось? Бетон. Эти штуки у нас еще пока что есть. Некоторый запасец. И пластины у нас теперь будут прибывать. У нас не хватает пропускной способности вот этой фиговины, да? Смотри, слишком медленно движется конвейер. Слишком медленно. Так, это прилетело. Попрошайка. Давай, давай. Что тебе на этот раз надо? Разгон производства. Выбрать цель. 50 пластин. Еще 9 надо. Отлично. Отлично. Все, валяй отсюда. Прям апгрейды пошли. Так, еще надо 75 вот туда вот тащить и заняться роторами этими. Надо разобраться, где они там крафтятся. Так, 75 загрузить. Отлично, лот. Подергать нельзя. Подергать ничего нельзя. Так, какие-нибудь инструменты, может быть, у нас открылись. Нет, пока что ничего не открылось. Давай смотреть. Здесь тоже ничего нету. Ну, инвентарь потихонечку расширяется. Слотов как было, два так и есть. Брони никакой не видно. Давай будем смотреть, что мы будем делать. Теперь ранг второй. Сборка деталей. Вот он, кстати, ротор. На него надо 100. 300 пластин, 300 этих. Выбрать цель. Но у нас капсула еще не вернулась. Так, поехали. Соточку кабеля надо. Есть соточка кабеля. И дальше пластины и всякое такое разное, разнообразное. Туру-туру-туру-ту. Так. 500 надо будет вот этих штук. А у нас они есть. Кстати, где-то. И остаются только пластины. Только пластины остаются. Чтобы там конвейер посвободнее дышал. Ну, сливки вроде бы тоже в плюс идут, нет? По-моему, быстрее все равно прибывают, чем... Пошли вот на той посмотрим. Вот здесь... Нет, здесь смотри. Мы как забрали слитки, так и... Ну, в общем, прыгает на этом всем деле. Плюсом мы теперь можем засовывать вот эти вот энергетические осколки, которые крафтятся из энергетических слизней. Но это пока что дело такое. У нас на поток это дело не поставлено, поэтому... Как-то это все пока что вот так. Так, дальше. Надо, наверное, сбегать, проверить. Давай мы, наверное, сделаем как. Это заберем, а это засунем. Это заберем, а это засунем. Листья сожжем. Я пока их не умею. О, здесь уже почти закончилось. Блин. Надо с топливом вопрос решать. Надо переходить на более лучшие источники. Так, биотопливо. 68 штучек всего лишь. Биотопливо. Оно крафтится из биомассы. 68, да? Вот еще у нас есть немножко. Биотопливо 90. Ну, какую-нибудь одну зарядим. Так, что по пластинам? 49, это пока что мне не надо так много. Фиговина это прилетело. Загружаем. 300 вот этих. Соточка.
С пластинами напруга. С пластинами напруга у нас. Ну, потихоньку производятся, конечно, но... Но такое себе. Конвейеры не справляются у нас. Что делать? Так, это забираем. Конвейеры не справляются. Подожди, а металл здесь лишний есть? 41. Давай заберем. Да, нам так-то довольно много надо. Ну, еще 20 пластин сможем, конечно, сделать, но это... На этом, собственно, все. Еще надо 67 пластинок. Да. Так, ладно. Пока это все дело крафтится, пошли топливом займемся. Топливом. Для топлива нам надо травы всякой. Травы всякой, листьев, кустов, цветов. Ну, в общем, все, что попадется, поэтому... Собираем. Там вот это ядовитое, я уже в нее забежал, оно как бы урон наносит, поэтому туда второй раз бегать. Ой-ой-ой, тихо. Вот тут еще. И второй раз туда бегать у меня нет никакого желания. Давай, что у нас тут происходит? Кустики, кустики, кустики. И нам опять надо мочить этих засранцев, которые панцири нам дают. Можно вот эти вот цветы собирать, конечно. И здесь прям нереальное количество, и их накопать вообще не проблема. Но опять же, с этим делом надо тоже вопрос решать. Может быть, как-то дальше улучшаться. У нас появятся, может быть, какие-то альтернативные источники энергии. В том плане, что... Блин, ну вот так вот бегать и руками собирать, это вообще не вариант. Может быть, я не знаю, там, что у нас из топлива, там, нефть какая-нибудь, уголь, там, еще что-нибудь. Может быть, какие-то залежи будут, которые мы также на автомате сможем добывать. И из них потом, ну, то есть это, и то, что добывается, сразу же направлять в эти электростанции. Ну, может быть, не знаю, будем разбираться, будем смотреть. Так. Давай. Это все тоже забираем. Ну, сегодня и так большое дело сделали. Построили этот космический лифт. Сейчас всякие роторы и тому подобное. Так, и цветочки, цветочки, цветочки. Их мы сейчас... У нас просто закончатся цветочки, закончится весь процесс производства. Поэтому надо нам оперативно все это дело улучшать. И для того, чтобы открылись новые тиры, у нас сейчас открыт... Нулевой мы, по-моему, делаем сейчас, сделали. И сейчас сделаем первый. Но второй, третий и дальше туда выше, это уже надо делать непосредственно поставки в этом, в космическом лифте. Как-то так. Так, ладно, я думаю, что пока что достаточно. Плюсом у нас там пластинки уже должны закрафтиться. Вот здесь. Давай, что у нас? 450. Ну давай, до 600 сейчас добьем цветочков. 3 стака, чтобы было. Они по 200 вроде бы пачки. Давай. Отлично. Да. Большая хрень. Большая хрень. Подожди, для начала цветочками пополняем вот эту вот штуку. Их сразу же сожгем. Все, отлично.
Заходим. Здесь крафтим биомассу из листьев. Он ниже рецепт биомасса из дерева делается. И потом всю биомассу мы переделываем в биотопливо. Правильно? Так, есть. Есть. Ну, 200, 280. Плюсом там сколько-то, почти соточка. Так что 300 биотоплива. Ну, мне кажется, в целом нормально. 1 к 4 делается. Давай, 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 давай. И готово. Прекрасно. Так, есть, есть. Листочки мне вот эти не нужны. Дерево пока не надо. Эти плоды, ягоды тоже не нужны. Эти тоже пока что не нужны. Так, смотрим. Штука это пластины. Точно. Точно, точно. Сейчас заберем. Заберем сейчас вот эту. А у нас, если они будут не влазить, да, не проходить, то они, по идее, здесь будут накапливаться. Но здесь не накапливаются, поэтому в целом я считаю, что у нас справляется наш... Да, смотри, здесь не накапливаются. А здесь... Да, здесь тоже заберем, чтобы проверять, чтобы у нас все там чистенько было, аккуратненько. Так, это мы, наверное, излишки сюда скинем. Это тоже скинем. Хотя нет, у нас контейнер будет забиваться же всяким хламом, поэтому бетон будем здесь хранить, цемент. Так, 170 пластин, готово. Отлично, поехали улучшать. Пошел. Milestone reached. Прекрасно. Новые строения, новые части. Что можем? Что умеем? Ассемблер. Создает деталь из двух других деталей. Вот. Круто. Круто, круто. На него нужен ротор, да? На него нужен ротор. А ротор у нас... Вот он появился. Он крафтится из... А он крафтится из трубок, из прутьев из этих. То есть из прутьев делаются болты и сами трубки непосредственно нужны. Которых у нас уже нету. Понятно? То этого не хватает, то этого. Так. Все. Процесс меняем. Поехали. Трубки. Да, трубки пошли. Да, есть томарка, нет заварки, есть заварка, нет томарки. Вот это все про нас. Так, железная пластина, железные прутья. Из железных прутьев мы крафтим болты и из болтов. Кстати, вот из слизней делаются энергетические осколки. Ну-ка, у меня один, по-моему, был слизень. Энергетический осколок. Да, вот такие вот штуки делаются. Так, может быть, мы что-то поулучшать можем? Нам нужна палеоягода. Бериловый орех. Кстати, у меня же я только что собрал. Давай, одну штучку. Одну штучку мне, пожалуйста. Раз. Все, изучай. Орешек изучается. Хорошо. Ну вот, сегодня довольно много всего сделали, построили космический лифт, построили, провели еще несколько улучшений. Что у нас там можно делать? А, расчистка препятствия, ну вот, цепную пилу, в принципе, можно сделать. На нее надо 50, кстати, вот таких вот штук. Ну-ка, 50 вот таких вот кабелей. Давай по-быстрому сейчас организуем это мероприятие. И через 3,5 минуты у нас вернется уже наш шаттл. Попрошайка, да, это, которая летает и все время клянчит ресурсики.
Так, соточку сделали. Давай дальше смотреть. Вот это забираем и вот это забираем. Ну, такое. И нам нужны роторы еще так-то, к тому же. 200 трубок. А 10 это 10 это усиленных пластин же надо, да? Здесь не показывает. Да, укрепленная железная пластина. Но у меня есть. Эти штуки у нас более чем в избытке. И остаются железные прутья. Давай сделаем, посмотрим. Хотя нет, наверное, я все-таки подкоплю немножко ресурсов. И мы это дело все будем уже смотреть и продолжать улучшать нашу базу уже в следующей серии. Так что на этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.